Столетний город получил шанс на вторую жизнь. Черемхово станет территорией опережающего социально-экономического развития, уже второй в регионе после Усолья. Что это значит для жителей? Экономика будет переориентирована, зависимость от градообразующих предприятий снижена. Появится простор для реализации инвестпроектов. Производство мебели, переработка дикоросов. По планам это даст более 1000 новых рабочих мест.